Добрый день, меня зовут Лысенок Евгений, я директор сети Viking Touristic. Сейчас мы находимся с вами в Турции, в регионе Фетхие. Сейчас будем с вами осматривать отель TUI Family Life. В основном дучане отдыхают здесь. У них здесь прямо живой розмарин, шалфей. Номер 2106, стандарт. Одна большая кровать, покрытие здесь ламинат или паркет. Чайный уголок из двух уровней состоит. Плазменный телевизор, еще один диван раскладной. Балкон средних размеров, два стула, стол с видом на территорию. Что? Чайный уголок, ванная комната, одна раковина, фен, второе зеркало, ванна, душ. И души стены еще. На минус первом этаже находится торговый центр, зона отдыха. Идем с вами смотреть территорию. Игровая комната. Несколько столов бильярда, всевозможные автоматы. Зона отдыха, подушки, гамаки, качели. Аквапарк. Две горки, бассейн. Еще один бассейн. Главный ресторан. Зайдем с ними, готовятся они сегодня. Делают такие коктейли. Детское меню. У них большой выбор. Видите, маленькие столики. Номер 4135, джакузи свит, состоит из двух комнат. Одна комната на втором этаже, большая кровать, плазменный телевизор, закрывается дверью, покрытие ламинат, вторая телевизор, угловой диван раскладывающийся, балкон большой. С видом на территорию. Видите, здесь какое-то плодовое дерево, персик, судя по всему, на бассейн. Сейчас посмотрим на ванну. Вот такой коридор. Ага, есть чайный уголок. Ванна у нас беленькая, зеркало, фен, полноценная ванна. А, тут джакузи, ванна, видите, есть и душ.
обед проходит здесь, в этом ресторане. Аликарт ресторан Гриль. Извините. Детская игровая комната. Уже закрыто. Здесь еще аквапарк, еще две большие водные горки и одна маленькая. Уже не работает. Напротив футбольное поле с покрытием искусственным. Еще одна игровая зона. Сейчас мы идем с вами на пляж. Арка из зелени. Закрывает нас от солнца. Бар на пляже. Вот он. Добрались до пляжа. Он такой же, как в соседнем отеле Сен-Жерме. Видите, здесь есть волейбольная площадка. Здесь пологий песчаный вход. Красота вот такая вот открывается у нас. Горы. Здесь песок немножко другой. Есть немножко камушков, но это чуть-чуть. Арка, которая ведет на пляж, вся в зелени. Приятно под ней прохаживаться. Дети играют в мини-гольф прямо на лужайке. Тут же вот футбол, игровая площадка. На ней несколько качелей, несколько видов горок. Тент есть от солнца. Релакс-бассейн, судя по всему, здесь справа. Еще раз главный ресторан. У меня есть 3 минуты, чтобы снять, что здесь дают покушать. Стараюсь оперативно снять, вам показать, чтобы представление было. Ресторан светлый, красивый, все убрано. Это у нас десерты. Много десертов. Целый большой стол. Это у нас фрукты, нектарины. Возьмем себе немножко. Здесь нам готовят на гриле рыба, соусы, картошка фри, картошка, пицца, котлеты, мясо, овощи. Зелень, салатики, еды очень много, она разнообразная, супы, хлеб, сыры, это в принципе все. Друзья, если вам был полезен данный видеоматериал, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был Лысинок Евгений. Обязательно пишите комментарии, что вам понравилось, что не понравилось, что вы хотите видеть в новых обзорах, какие страны вы хотите, чтобы мы посетили для вас. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.